В двух словах коротко, приехали посмотреть по подготовке к туристическому сезону, что было сделано с 26 предыдущего нарады. Сейчас тендеры на ремонт проведены, погода не дает выйти на ремонт дорог ямочный. Посмотреть заодно дождь, что у нас с ливневкой, где стоит вода, как это можно решить. Завтра будут сюда южные проектанты, которые могут будут искать пути решения, как отвести воду с этих трех проблемных участков. Также заодно посмотрели подготовку к фестивалю, где он будет проходить, что для этого еще надо сделать. Убрали ли мусор, готовили ли строители, проверили. Также у нас тут представитель прокуратуры областной, заступник Фальченко Денис, который подготовился и говорит по дальнейшим действиям по сносу незаконных сооружений на пляже, скажем так. И еще куча рабочих моментов. Если коротко, ваша сегодняшняя рабочая поездка, и вы посмотрели сегодняшнюю готовность пляжа. Пляж готов, Коблево готово принимать 11-13 июня фестиваль? Смотрите, мне, конечно, беспокоит фестиваль, но меня больше беспокоит сам курортный сезон. Значит, бизнес пообещал, что они возьмут машину, которая просеет песок, а не просто его так почистят, для того, чтобы повысить его качество вот, весь сезон. Не готов еще Коблево, то есть еще процесс. Спасают, наверное, дожди, потому что нет людей. Но, в принципе, работы еще много, но вижу, что люди работают.